have you ever felt? Are you listening? Всем привет! Это обзор видеокарты Aorus GTX 1080 Ti от компании Gigabyte. Видеокарты Aorus – это переименованная линейка видеокарт Extreme Gaming, которая получила большую популярность в 10-м поколении видеокарт GeForce у Gigabyte. В данный момент существуют две версии видеокарт – обычная и Extreme Gaming. Между собой они отличаются только бэкплейтами. Версия Extreme Gaming имеет увеличенную медную пластину в районе расположения GPU, а также есть фирменная эмблема с RGB подсветкой. Без всякого преувеличения скажу вам, что это лучшая видеокарта на данный момент среди подобных. Так она обладает лучшей системой охлаждения, которая не просто массивная и эффективно отводит тепло, но и продуманная. Она покрывает все основные элементы видеокарты, которые подвержены высоким температурам, благодаря чему гарантированы длительный срок службы и высокая эффективность работы компонентов. Но есть и обратная сторона медали. Это размеры видеокарты, почти 30 см в длину и толщиной в 3 слота. Что касается шума, то его практически нет, ни от вентиляторов, ни от дросселей. И в данный момент я говорю про тот случай, когда видеокарта находится в закрытом корпусе под столом, а не у вас на столе под ухом. Также из плюсов можно отметить 14-фазную систему питания, которая позволяет достаточно сильно разгонять видеокарту, а также настраиваемую RGB подсветку. Непосредственно перед сухими цифрами скажу, что видеокарта 1080 Ti это именно та видеокарта, которую я ждал 3 года, так как ее производительность позволяет комфортно играть в разрешениях 2К при ультра настройках и получать высокий FPS. А видеокарта Aorus GTX 1080 Ti это именно та видеокарта, которая даст вам максимальную производительность и уверенность в беспроблемной работе.